Всем привет, друзья, с вами Алекс Рай, и вы смотрите прохождение Call of Duty Modern Warfare 2. Приятного просмотра. Извините, ребята, за голос. Я немного приболел. Сержант Гэри Роуч Сандерсон. К сожалению, в настоящий момент все линии заняты. Попробуйте перезвонить позднее. Сообщение 280. Не могу установить связь. Начинает поступать сообщение с места событий, пока противоречивые, но ясно одно. Русские скопировали модуль автоматической системы контроля. Могут открыть любой замок в Америке. И они намерены отомстить за каждого убитого в Москве. Похоже, у нас совсем не осталось друзей. Я знаю его. Надо найти таксофон. Они еще существуют? Нам удалось узнать, что единственный человек, которого Макаров ненавидит больше, чем американцев, сидит в тюрьме. Это все, что у нас есть. Если этот бандит – наживка для поимки этого психопата, туда ему и дорога. Погнали. Осиное гнездо, день 4, сержант Гарри Роуч Сандерсон, Рио-де-Жанейро, 518 метров над уровнем моря. Вперед. Ладно, приятель, скоро буду. Убираемся из трущоб, как я понял. Из этого осиного гнезда. О, побежали, все. Опс. Неплохо, более-менее. Черт. Ладно, приятель, скоро буду. Попробуем отсюда. Так, кто у нас еще не умер, да? Ну-ка. Так. Поддержку-то мы обеспечим. С этим все у нас нормально будет. Прут и прут, как мухи, а? Вот так. Вы закончитесь или нет? Ой, не змея. Понятно. Вот где у нас, значит, засели. Куда побежали? Не, мужик, далеко не убежишь. Okay.
Вы кончитесь когда-нибудь? Прорываемся по улицам и на рынок. Вижу, вижу. Так, с этой стороны. Ой, извини. Густ. Густ, вернее. Вот рабашек. Капец, у вас там сборище. Огонь по своим. Так. Готов, значит. Так, ты у нас сюда забежал? Нет, тут у нас пусто. Хотя, может, тут разведданные какие-нибудь есть. В чем я сильно сомневаюсь, конечно, но действительно нет никаких разведданных. Погнали дальше. Дальше. Ой, блин. Отходим. Так, снял. И этих тоже. Не-не-не-не-не, мужик, стой, стой, стой. Ну, блин. Черт. Укрытие. Фу, вроде отсиделись. Как вам это? Все-таки отбежали, да? Вас тут фиг различишь, кто где. Я тоже почти вслепую стреляю иногда, не прицеливаясь. Ой! Борзею, борзею, согласен. Ой! Блин. Ай-ай-ай, все. На рожон не лезем. Прицелились и вперед.
Так не пойдет. Курочки, курочки, не волнуйтесь, вас не попаду. Почти дошли, но... Не успеете, тут на подходе еще группа ополченцев. Похоже, сейчас будет финальная волна. Не рискну садиться. Ладно, жду вас там. Удачи. Так, в зоне посадка в юго-восточной части рынка, значит. Ой, блин. Стоп, а я? О, вот. Эй, приятель, мне тут сверху видно, что за тобой охотится вся деревня. Почти добежали. Есть. Блин. Я так понимаю, сейчас мы будем их догонять. Роуч! Роуч! Проснись! Роуч! Мы видим их с вертолета! Они идут к тебе! Целая толпа! Роуч! Их слишком много! Убирайся оттуда и иди на крышу! Быстрее! Беги! Беги на крышу! Роуч! Мы кружим в твоем районе, но тебя не видим! Поднимайся на крыше! Ой-ой-ой, задница моя горит. Роуч, вижу тебя! Прыгай на крышу, двигай к нам на юг! Вперед! Топливо кончается, 30 секунд и пора на базу. Роуч, топливо на исходе! У тебя 30 секунд, беги! Налево! Налево и прыгай! Давай! Ну-ка. Прыжок! Блин. Еще раз. Я ж нажал пробел. Есть. Николай, мы его забрали! Валим отсюда! Куда, капитан? К подлодке.